С 23 часов 14 декабря до 5 утра 15 декабря будет прекращено водоснабжение санаториев Беларусь, имени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют, Солнечный, Сочи, пансионата Нева, котельных номер 5 и 8, школ номер 4, 10, 12, школы бизнеса, детсадов номер 32, 4, 82, 105, 132 и Умка. Также на это время без воды останутся поликлиника на Донской и детская поликлиника в переулке Пасечный. Отключение коснется их жилого фонда. Это улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Виноградная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Восточная, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная, а также переулки Пасечный, Чехова, Строительный и Рахманинова. Возможны перебои в водоснабжении по улицам Целиная, Крымская, Волжская и Полтавская.